С 24 августа в Московской области отменят режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее для них были продлены периоды больничных. В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции региональными властями было принято решение снять это ограничение, рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.